А как ей хотелось победить дома при родных трибунах. Увы, Настя проиграла. Проиграла на стадии 1/16 финала, далеко не первому номеру мирового рейтинга. Вроде бы все складывалось в пользу Барышниковой, она уверенно вела бой. Не лезла вперед, осторожно атаковала и брала свои очки, но не достояла всего 2 секунды. Всю вину за поражение взял на себя личный тренер спортсменки. По его словам, Барышникова сделала все правильно. Ошибся он. Я, наверное, упустил ход времени, концовку третьего раунда, да. Наверное, надо было тактически просто получить замечание и уйти от поединка. То есть тогда бой был бы выигран. Алексей Денисенко мог тоже пролететь мимо медалей. Две схватки как под копирку. Алексей выходит вперед значительным запасом, но к концу схватки теряет все преимущество. Более того, за 2 секунды до конца третьего раунда Денисенко уже уступал балл, который пришлось героически отыгрывать. Слава богу, что все закончилось благополучно. Четвертьфинал бронзовый призер Лондонской Олимпиады провел спокойно и ровно. И в голову бить себе уже не позволял. Ну а в вечерней программе у нас был полный комплект. Накануне Светлана Игуменова и Альберт Гаун завоевали право биться в полуфинале. Конечно, надежда на то, что Игуменова пройдет двукратную олимпийскую чемпионку, которая катком ездит по соперницам с 2009 года, была совсем призрачная. Чуда не произошло. Под занавес первого раунда китаянка сообразила трехочковый удар, а потом спокойно довела поединок до победы, попутно забрасывая россиянку однобалловыми ударами. Светлана Игуменова, которая еще 3 года назад даже не помышляла о тхэквондо, бронзовая призерка чемпионата мира. За этот балл я не собиралась удерживать его. Ну, как бы первой лезть тоже на нее не собиралась. Ну, как-то не пошло сегодня. Много говорили с тренером. Ну, вот не получилось. Вот этот ударчик в голову меня немножко подкосил. А вот Альберт Гаун выходить в финал должен был без всяких «но» и «если». Непобедимых среди финалистов в этом году не было. Да, иранец бесспорно силен. И еще до старта турнира назывался одним из претендентов на золотую медаль. Но Гаун, на секундочку, серебряный призер чемпионата мира в Мексике и бронзовый российского мирового первенства. Ну, иранские соперники всегда сложные, но я еще ни разу в карьере не уступал им. Я думаю, они на меня все зуб точат и готовятся. И вот, видимо, подготовились. Я, на самом деле, на этом чемпионате мира, грубо говоря, выступал на старом багаже. Почему-то не получилось сделать то, что дома тренировал. Схватка началась очень осторожно. Масуд Хаджизаварех весь первый раунд улыбался Альберту. Улыбался в основном издалека. Вообще активных действий оба соперника не проявляли. Точнее, в одиночных ударах оказался иранец. Во втором раунде ситуация до максимума обострилась. Гаун всю вторую 2-минутку догонял Хаджизавареха. Лишь в концовке смог дожать оппонента. 4-4. Но в третьем раунде Альберт снова пропустил. И снова Гаун бросается с головой в погоню. На последних секундах россиянин все-таки достает перса. Увы, в этот вечер для нашего спортсмена это был предел. Ну, если бы он был абсолютно перекрыт, у нас было бы 0-0. Я немножко допустил ошибку. Сделал не то, что нужно было. И из-за этого сегодня драться больше не буду. Хорошо, очень хорошо поддерживали. К сожалению, когда проиграл, пришлось извиниться перед публикой. Ну, все же болели, все надеялись. У меня здесь мама, тетя, друг мой приехал. Ну, а завтра наши надежды будут связаны с Алексеем Денисенко. Говорить о шансах не стоит. Большинство знатоков тхэквондо сегодня утром говорили, Барышников и Денисенко 100% как минимум дойдут до финала. А пока покажем мы только с бронзовыми медалями. На сегодняшний день в нашем активе их 3.